Всем привет! Вы на канале Кирилл Про. И сегодня, это уже второе видео за этот день, хочу я вам показать, как мой рак ест дубовый лист. Ну, вы про новости уже знаете, это говорилось в позапрошлом видео. Ну, не об этом сейчас. Вот, он его ест. Это дубовый лист. Кусочку отрывает. Видите, как тянет. Оторвал кусочек, теперь жует его. Сейчас еще один берет. Он очень любит дубовый лист. Потихонечку кусает, жует. Если что, он жует так уже минут 5. Это видео не буду долго записывать, что он так может жевать 2 часа. Пока ему не надоест. И пока его анцитрусы не отвлекут, как-то его там за хвост сядет. Такое редко бывает, но я один раз видел. Что ж, он пытается на его хвост сесть возле хвоста. Крутится. Потом начинает садиться, а изо рта поворачивается. Испугивает его. Ладно, это минута заканчивается. Всем пока, хорошего дня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.